Что использовали люди для обучения в разные века? До нашей эры средством передачи информации была наскальная живопись. В период нашей эры для записи использовали дерево, кость, камень, глину и воск. В 19-20 веках стали использовать бумагу, перо и классную доску. А что сегодня используют для обучения? Онлайн-обучение становится трендом. Это всевозможные онлайн-курсы, лекции, уроки и семинары. Сделать их в интересном формате поможет интерактивное оборудование «Видеодоска». «Видеодоска» — это программно-аппаратный комплекс для создания видеоматериалов. Технология позволяет рисовать и писать на доске обычными маркерами или передавать информацию зрителю с помощью эффектов рисования, выводить презентационные материалы и медиаматериалы во время записи. Есть возможность замены фонов и цветокоррекции. Вывод на экран скринкаста. «Видеодоска» проста и удобна в применении, не требует дополнительных знаний и обучения пользователей. Доска легко очищается с помощью обычных салфеток и микрофибры. Состоит из специального стекла с подсветкой в металлической раме. Используется для съемки спикера через стекло, а также как флипчарт в помещении. Имеет дополнительные опции – подъемный механизм и металлическую полку. Прозрачная видеодоска создает эффект присутствия, позволяя лучше удерживать внимание аудитории. Благодаря торцевой RGB-подсветке и флуоресцентным маркерам надписи на доске яркие и заметные. Видеодоска – новый уровень обучающего визуального контента.